получился просто идеальный торт. Ребята, налетай. Уверена, нам понравится. Чур, самый большой ярус мой. О, да, это настоящая вкуснятина. Что вы натворили? Вам придется за это ответить. Где это мы? Что произошло? Скоро узнаем. Вау, огромный картофель фри с шоколада. Жаль, не могу сказать такого же о своей крохотной порции. Хорошо, что мне досталась упаковка побольше. Есть один плюс. Я могу быстрее всех съесть свою сладкую картошку. Это нельзя назвать плюсом. Эй, ты что себе позволяешь? Ого, посмотри на Мэри. Меня посетила гениальная мысль. Нужно добавить к моей картошке сладких соусов. Только посмотрите, как сочно это выглядит. У меня уже слюнки текут. О да, это великолепное дополнение. Настоящий сладкий шедевр. Мэри, что происходит? Я больше не могу сдерживаться, извините, мне хочется съесть все и сразу. Рад, что ты все-таки справилась. Значит, теперь пришла моя очередь. Это прекрасная новость. Как же шоколадно! Очень насыщенный вкус. О нет, кажется, упаковка падает. Тедди, ну аккуратнее. Тебе нужно беречь голову. Бедняга, неплохо ему досталось. Какие красивые звездочки! Умоляю, скажите, что мне все это кажется. Боюсь, что нет. Ребята, это настоящие осьминоги. Фу, какой он склизкий. Ой, да, мне не стоило к этому прикасаться. Как же мне противно. Ладно, лучше зажмурюсь и попробую быстро проглотить свою порцию. Думаю, пока я жую, мне не стоит дышать, чтобы не чувствовать ужасный запах. Боже мой, как это мерзко! Кажется, все, у меня получилось. Тед, теперь твоя очередь. Удачи! Она точно не будет лишней. Только посмотрите, как отвратительно трясутся эти щупальцы. Уверен, у них ужасный вкус. К тому же они очень жесткие. Не получается раскусить. О, получилось. А знаете, чем-то напоминает спагетти. Ну, очень отдаленно. Тед, соберись, ты еще не закончил. Да, ты права, хватит медлить. Я должен съесть все, что осталось. Разом. Так будет легче. Что-то мне плохо. Ты что задумала, Кейт? Я не собираюсь есть сырого осьминога, поэтому придется заняться готовкой. Газовая горелка мне в помощь. Кажется, работает. Посмотри, щупальца приобретают приятную поджаристую корочку. Это выглядит даже аппетитно. Никогда бы не подумала, что такое скажу. Что ж, пора попробовать мое блюдо. Похоже, осьминог как следует прожарился. И это великолепно! Я даже не откажусь от добавки. Это блюдо достойно лучших ресторанов мира. Вот это да! Ты молодец, Кейт! Что же вы творите? Какая маленькая порция. Жаль. Все посмотрите сюда. Вам есть чему завидовать. Ого, Мэри, что это у тебя? Разве ты сам не видишь? Это огромный арбуз. Как же он мне нравится. Ну вот, почему жизнь так ко мне несправедлива? Кому-то достается гигантский арбуз, а мне крохотная конфетка. К тому же очень жесткая. Зубы можно сломать. Кейт, ты уверена, что поймаешь? О! Похоже, она переоценила свои возможности. А вот и нет, я все-таки поймала. Наконец-то можно съесть свою порцию. Думаю, мне пора подкрепиться. Почищу свой арбуз острым ножом, чтобы добраться до мякоти. Вот так. У меня неплохо получается. Когда-нибудь смогу устроиться чистильщиком арбузов. А вот и сочная мякоть. Какая красивая! Класс, не зря старался. Оно того стоило. Ну все, пора с этим заканчивать, было вкусно. А как же мне добраться до сочной мякоти? Может быть, расколоть арбуз молотком? Да. Получай! А у меня неплохой удар. Получилось. Ничего себе, Мэри. Пустяки, я способна на большее.
А сейчас я воплощу в реальность мою гениальную мысль. Приготовлю арбузный смузи. Вау, никогда не видел ничего подобного. Рада, что смогла тебя удивить, Тедди. Неужели ты все это выпьешь? Уверена, это не станет проблемой. Главное, не опрокинуть огромный стакан. Да, стоит быть осторожной. Давай лучше я тебе помогу. Надо же, как тяжело. Я с трудом могу это удерживать. Тед, ты что делаешь? Все льется мимо рта. Извини, стакан оказался слишком тяжелым. Не смог его контролировать. Вот, возьми все, что осталось. Убери руки. Такой помощи мне больше не нужно, спасибо. Кейт, ну я же не виноват. Виноват. Вау, огромная банка шоколадных конфет. И она целиком и полностью моя. Ну вот, какая несправедливость. Моя порция в десятки раз меньше. Посмотри сюда. Вот это несправедливость. Мне, как всегда, досталось меньше всех. Я даже не могу взять эти крохотные конфетки руками. Придется использовать пинцет. Надеюсь, я смогу прочувствовать вкус. Что-то есть, но очень слабо. Нечего мелочиться. Придется высыпать всю порцию сразу. Да, так-то лучше. Теперь ощущаю шоколад. Я больше не могу сдерживаться. Пора и мне попробовать свои конфетки. Ммм, вкуснятина! Я узнаю этот вкус из тысячи вкусов. Он заставляет меня сходить с ума. Ну вот, просыпал кучу конфет мимо рта. Обязательно нужно их собрать. 3, 2, 1. Все, моя порция закончилась. Ах да, вот еще одна конфета. Чуть ее не упустил. Теперь ты, Мэри. Я уже начала, но никак не могу раскусить хотя бы одну конфетку. Ну все, мне это надоело. Придется взять пилу. С ее помощью я точно справлюсь. Смотрите, я же говорила. Наконец-то. Тед, ты думаешь о том же, о чем и я? Великолепно! Никогда не пробовала ничего вкуснее. Эй, ребята, а куда вы пропали? И где мои конфеты? А ну стоять! Мэри нас увидела, нужно ускоряться! Я все равно до вас доберусь. Лучше сдавайтесь по-хорошему. И не подумаем. Никогда не видела такую маленькую баночку нутеллы. Думаю, такого ты тоже никогда не видела, Мэри. Посмотри. Неужели удача мне улыбнулась? Так долго я ждала свою огромную порцию. И вот время пришло. Не будем оттягивать приятный момент. Хочу попробовать. О, да. Эта шоколадная паста просто божественна. Вообще-то я тоже не откажусь от шоколада. Пусть моя порция совсем крохотная, но я все равно ее съем. Уверена, она такая же вкусная, как и твоя паста, Кейт. О, да, настоящая нутелла. Попробую вылизать банку до конца. Вот только она такая маленькая, что даже язык не помещается. Но я не сдамся, содержимое банки окажется у меня во рту и точка. Мэри, смотри, не проглоти ее целиком. Не переживай, я отлично справилась. Браво! Вот это мастерство! Я попробую не ударить в грязь лицом. Хотя, признаюсь, после такого это сделать непросто. Но я не привык пасовать перед трудностями. О, какая вкуснятина! Класс! Рука сама тянется за очередной ложкой. Я же говорил вам, что не могу контролировать себя, когда ем шоколад. Все, к черту ложку, попробую достать пасту прямо рукой. Так намного вкуснее и удобнее. Вот проклятье! Кажется, рука застряла в банке. Что за невезение? Тед, просим тебя, успокойся. Сейчас мы тебе поможем. Дурацкая банка! Никак не могу снять! Ух! Наконец-то получилось. Она вся в шоколаде. Как же я хочу его съесть. Если вы закончили, позвольте мне отправиться в сладкий заплыв. Я уже надела купальный костюм. Что она делает? Мне кажется, или Кейт застряла в банке. Вот это да! Ой, боюсь, ей хорошенько досталось. Я пришла в себя. О, какое счастье! Кругом море шоколада. Полежу так еще немного.
Какой продукт из тех, что достались героям нашего челленджа, понравился тебе больше всего? Ждем ответ в комментариях. Самый популярный вариант мы обязательно используем вновь в новых роликах. А пока досматривай этот. Впереди еще немного неудачных дублей. Увидимся совсем скоро. Не скучай!